Для подключения внешнего накопителя мы просто вставляем флешку. После этого запись автоматически начинает вестись на эту флешку. Если мы хотим подключить второй накопитель, мы его подключаем. Свободный USB-порт. И запись ведется уже на второй внешний накопитель, а первый мы можем спокойно извлечь и послушать записи на компьютере. После того, как мы отключаем последний подключенный внешний накопитель, запись автоматически начинает идти на внутреннюю память.